Приветствую, дорогие друзья, с вами снова я, Смяу. И, как вы видели по началу видео, я вам сегодня покажу, как в игре Гидронер куча денег получить. Итак, сейчас я вам буду показывать на своем мире. Итак, давайте начнем. Если вы первый раз зашли в игру, то у вас должны быть и ваши, и лопатка вот тут первая, самая начальная. Там будет еще фонарик для освещения. Вот, это будет изначально у вас. Дальше у вас будет лопатка, и вам нужно будет накопать вот тут где-нибудь земли. Потом взять ведерко, положить его в воду, взять его обратно и положить туда земли. Почистить землю. После чего вы получите ваш первый ресурс. И уже с помощью этих ресурсов вы идете вот в эту гору. То есть вон наша база, вот магазинчик, и вы идете в гору эту. Пока что еще читы никак не используются. Ну, читы это плохо, но все-таки это не онлайн игра, и я тут никому не мешаю абсолютно. Получили мы монетки, без разницы сколько. Дальше, вот тут, допустим, я уже что-то делал с монетками, да. Дальше вам уже будет нужно взять что-то из этого. Но не торопитесь бросать ведро, так как вам сейчас нужно будет скачать специальную программу под названием Плитч. Вот, Плитч. Плитч. Пишите вот здесь Гидронер. Убираете вашу версию игры. У меня 1.4.3. Допустим, тут ставите ал, чтобы точно сработало. Вот, если не сработает, то у вас, видимо, что-то другое. Хотя тут очень много всего. Вам нужно включить нумлок на клавиатуре. Если у вас нет нумлока, то просто нажимаете вот здесь. Вот, будет у вас специальный звук. Заходите в игру. И вам надо обязательно будет взять ведро в руку. В этот момент, когда вы нажимаете на кнопку старта. Дальше заходите обратно. И вот тут надо будет нажимать, когда у вас будут монеты в руках. Вот, беру монеты и специально демонстрирую. Нажимаю. Нажимаете несколько раз, как хотите. Потом ложите монету сюда, нажимаете сюда. И у вас получается столько денег, сколько вы накликали. У меня, допустим, 90 тысяч. Все это благодаря программе Плитч. Это не реклама. Хотите, скачивайте, хотите, нет. Попробуйте другие способы. Лично этот способ работает у меня. И я думаю, у вас он тоже будет работать. Всем пока, дорогие друзья. С вами был я, Смяу. Надеюсь, вам понравилось это видео. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и ждите новых видео про всякие игры и летсплей, разрушения и все такое, как вы любите или как любите не вы, кто хотите. Ладно, всем пока.